Доброе утречко всем-всем-всем. Ну что, вчера у нас была конкретная подготовка к Хэллоуину. Кира вчера ходила, даже хэллоуинила, и многие, вы знаете, у нас даже открывали двери и давали кучу сладостей, и деньги даже давали. Вот, так что ей очень сильно понравилось. Ну а сегодня на самом деле же праздник Хэллоуин. Я, кстати, всех вас поздравляю с этим жутким праздником и прикольным. И у Киры сегодня на танцах будет вечеринка Хэллоуин. Костюм она себе уже подготовила, и даже я ей купила косметику, чтобы накрасить. К сожалению, косметику она забрала, я ее не смогу показать. Я ей купила палетку теней. Ну, на самом деле купила, потому что ей нужны были красные и синие тени. И я ей купила целую палетку. Потом покажу, какую. А костюм она себе сделала, увидите. У нее вот такая вот будет кофта, футболка, она типа тут в крови, уже порванная. Потом шорты Харли Квин, которые мы ждали очень долго, и они наконец-то приехали. Но на самом деле я заказывала целый костюм. И там было написано, что там будут и шорты, и футболка, и еще и куртка сверху. И посмотрите, что приехало. Одни шорты. Я в шоке. Ну, это называется Китай, ожидание и реальность. И, конечно же, будут колготки. Здесь она тоже их порвет. Даже уже, наверное, порвала. По-моему, здесь уже есть дырки. Сделает себе татушки на ногах. И сделаем ей два хвостика. Покрасим волосы в синий, в красный цвет. И также у нее будет такой же мейкап. Так что, когда она будет полностью готова, обязательно вам покажу, что из этого получилось. А я сейчас собираюсь идти на новую почту. Мне нужно отправить посылочку, а также мне нужно забрать одну из посылок, которая очень близко к Кирному дню рождения. То есть она вот специально для дня рождения. Я заказывала большие фольгированные шарики в виде лолок. Так что их пойду сегодня заберу. Ну а вообще вы все полностью уже будете видеть, когда у Киры будет день рождения. Подготовка идет полным ходом. В общем, уже практически все готово. И потом же я зайду еще в кафе, договорюсь, потому что уже вчера переговорила со всеми ее друзьями, во сколько они смогут прийти. Теперь нужно пойти договориться в кафе, отдать залог и сделать, наверное, какое-то меню, что они там будут есть, я не знаю. В общем, вот таким вот образом. Такие у меня на сегодня планы. Ну и, конечно же, приготовить покушать дома. Ну, это, как всегда, ежедневный мамин быт. Готовка, уборка, стирка. Кстати, стирка у меня уже стирается. Все, я пошла собираться на новую почту. Я наконец-то вышла и вспомнила, что мне еще нужно купить колготки. Хочу посмотреть Кире колготки в сеточку. Сейчас посмотрим, найду ли я детские размеры. Колготки я для Кирюшки не нашла. Оказывается, это вообще проблематично, и найти колготки в сеточку. Их нету, просто нету. Или все скупили на Хэллоуин. Но зато я нашла ей биту. Несу в пакете, чтобы никто меня не оштрафовал. Потому что у нас биты носить это нельзя, это считается как оружие. Муж говорит, если бы ты еще была в костюме, то, может быть, тебя не задержали. А без костюма могут. Но зато бита есть. А меня где-то там уже должна Кирюшка ждать. Позвонила, говорит, мама, бегом. Ты должна быть срочно дома, потому что мне надо бежать на танцы, помогать обустраивать ихнюю вечеринку. Вон они, вон они, вон они есть. Кирюшка, твой костюм. То, что тебе нужно. Давай. Класс. Кирюшка будет в таком образе Харли Квин. А ну покажись. Класс. Еще, подожди, а где? У нее еще мейкап будет и бита. А где твоя бита? Сзади. А ну. Кирюшка убежала на праздник. Еле-еле ее уговорила, чтобы она мне дала хотя бы чуть-чуть себя снять. А мейк она будет делать уже там у себя, потому что они туда идут пока только готовиться, и там сейчас идут занятия. А учительница попросила, чтобы они не приходили сразу в костюмах. В общем, Кира одела костюм, наверх одела обычную одежду. Ну, прическу я и сделала, там и незаметно, что чуть-чуть подкрасила глаза, сделала ей стрелки. И сердечко, татушку сделали. А дальше уже весь остальной мейк она будет делать там. Я надеюсь, что она, когда придет с вечеринки, у нее еще ее мейк останется. И я смогу показать, в каком же она была полном образе. Потому что получилось на самом деле очень-очень круто.
Чтобы вы поняли, я ничего не сделала из того, что я сегодня планировала, кроме как зашла на новую почту и забрала посылочку. Больше ничего. Не, ну я, конечно, настирала кучу всего, развесила, что у меня аж балкона не хватило, пришлось еще в комнате, у меня там куча всего развешенного. И наготовила кушать. Приготовила суп и приготовила гарбузовую кашу. У меня сильно муж хотел гарбузовую кашу. Сейчас еще сделаю салат. Все. В общем, я сегодня настоящая лентяйка. Ничего не делаю, ничего не хочу. И на самом деле я как-то немножко подустала от этих походов по магазинам, от праздника, от всего. Сейчас жду, пока уже Кирюшка придет и расскажет мне, что же там у них все-таки было. Потому что я ей звонила пару часов назад, говорю, ну как у тебя дела? Она сбросила мне фотки, что их там только двое. Я говорю, как, Дотя, вас только двое там? Она, да. Я говорю, а где же остальные? Там целый коллектив должен был быть. Она говорит, не знаю, пока нас только двое. Но до сих пор нету. Возможно, люди подошли, и у них там вечеринка удалась. В общем, когда Кирюшка домой придет, обязательно у нее узнаем, что было, как было. Я надеюсь, что она все-таки придет еще до сих пор в гриме, потому что очень сильно хочется вам показать, как она себя разукрасила, так как красилась она уже там, потому что ей сказали, что нельзя приходить, ей нужно все подготовить, и чтобы дети, которые там, младшие коллективы, танцуют, чтобы они не видели ихних костюмов заранее. Поэтому очень хочется ее увидеть. Я сама ее не видела, я сама не знаю, какая она. И жду. Жду, пока придет мое солнышко и расскажет, как прошла их вечеринка. А я сейчас, ладно, буду делать салат. Надо все-таки взять себя в руки и не лениться. Пришла Кирюшка со своего праздника. Посмотрите, какая она прикольная. Правда, немножко уже смылся мейк. Вообще смылся. У меня такие яркие глаза были. Яркие были, классные. И меня выбрали победителем самый страшный костюм. Серьезно? Я просто в шоке. Только круто. Меня поздравили и хотели дать диплом, но я ушла. Ну, значит, и дали пряник, который я отдала Лизе, потому что я не люблю их. Ну, значит, диплом заберешь потом, правда? Нет. Нет? Мне он не нужен. Там диплом, рисовала Лиза рисунок. А, ну классно. В общем, сейчас Кира, конечно же, не в костюме, потому что на улице холодно. Все, в общем, она бежит, еще немножко гуляет, и биту тебе не дам. Нет, зайчик, без биты. Хотя, в принципе, что без биты? Сегодня же Хэллоуин. Бери. Кирочка решила все-таки довести свой мейк до ума, потому что снова идет сейчас. Только я здесь сделаю такой серенький, потому что розовенький не будет видно в темноте. Хорошо. Покажись. О, вот так вот лучше. Настоящий Харли. Первая порция конфет, которую Кирюшка нахэллоуинила. Я так поняла, она еще немножко конфет принесла своих с вечеринки, те, которые не доели. И остальное она хэллоуинила. А также ж покажу вам, какую я купила ей палетку теней, для того, чтобы она сегодня смогла быть Харли Квин. Я специально искала такие, чтобы они здесь были красный цвет и синий. И вот такая вот палеточка теней теперь есть у Киры. Она очень сильно хотела себе тени. Я так смотрю, здесь уже красились, наверное, все на танцах. Но она красилась вот этой вот, вот этим цветом и синим цветом. Почему-то розовый не передает яркость своих цветов. А вот так вот, наверное, лучше. А может быть, этим она красилась, не знаю. В общем, вот такая вот у нее палетка. Она очень довольная, такая мега-мега счастливая. Мишенька, идем за Кирочкой на улицу. Ну что, идемте за Кирочкой. Шанти, Миша, так обязательно надо взять метлу. Ну да, ну что за ведьма без метлы? Это как где-то невеста без жениха. Никак. Вообще. Так что вперед. Слушай, ну ты модная ведьма с этими белых кроксах. Ха, еще как. Еще как. Все по стилю. Ох, я сейчас деток напугаю. Пошли, пошли. Сейчас я этим ребятишкам сделаю. Ха-ха, интересная вещь. Ведьма идет на поиски деток. Пошли.
Намету-ка я чего-нибудь хорошего, как же это будет проходить. Красота-то какая. Так, встречаем Харли и Кира. Смотрите, какая прикольная. Кстати, она сегодня выиграла что, Кирюха? Самый страшный костюм на вечеринке. Да, так, вы не переживайте, у меня тут футболка висит, потому что места на балконе нету. Красотка. Порванные колготки, все как надо. Да вообще у тебя просто... И даже у тебя носки, Кира, тоже с тыквами. Главное, что у тебя еще есть бита, самая настоящая. Крутяк, просто круто. Ну как, кому нравится Кирюха? Ставьте лайк. Лайк, 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 лайк. Пишите комментарии. И всем пока-пока.